зачем нужно было раскапывать столько километров дороги, если вы не справляетесь с объемами работ? Надеемся, что все-таки эти подрядчики уйдут с такого объема работ, потому что трасса Раздольная Хасан в летний период времени очень загружена. Если сейчас посмотреть машины, которые к нам едут, это Амурская область, Хабаровский край. Ребята приезжают отдыхать, и сейчас происходят вот такие вот вереницы из колонн машин. Это, конечно, ужасно все. Он едет скорая с мигалочками. И вот как ее в такой ситуации пропустить машинам, просто непонятно. Да, ситуацию нужно брать под контроль полностью.